Всем привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю вторую серию сериала «Крамгильда и ее тайный поклонник». Надеюсь, вам понравится это видео, поэтому попрошу вас, ребята, о маленьком действии. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик. Вы же хотите узнать, когда выйдет следующая серия? Тогда нажмите обязательно. Ну, не буду вас отвлекать от моего шикарного сериала. Но всем погнали. Давайте, ребята, погнали. В предыдущей серии. Лети, дракон, лети! Лети, дракон, лети! Мой коварный план начинает работать. Все быстрее и быстрее. А скоро о ночных фуриях никто уже никогда не услышит. Я наконец-то уничтожу это ужасное создание и освобожу мир от этих драконов, так как, убив ихнего вождя, они все сами потом помрут. Мой план сработает идеально. Я его просчитал на 100 шагов вперед. На все 100 шагов, на 100 вариантов. Меня не перехитрить, как в тот раз. Они ошибаются, а меня не уничтожить. Видимо, в жизни мой удел. Интересно, что за бред придумал хозяин? Ой, ну ладно, мне все равно придется это все выполнять. Но я не против убить эту ночную фурию. Доберусь и убью ее. У меня ведь даже и сердца нет. Я просто дракон бессердечный, нет у меня и сердца. Но я очень злой. Я, как мой хозяин, люблю всякие такие ситуации. А вот я и вижу то место. Ну что, береги. Блин, а тут нету ночных фурий. Надо затаиться. Тут только злобный змеевик, серьезно? Но у него есть седло. Признак того, что это точно дракон. Драконьих наездников. Останусь здесь. Здесь должна быть ветка. Обязательно должна быть ветка. Неплохая веточка, могу за нее зацепиться. И буду вот так вот шикарно висеть. Да, не очень. Но все же я могу следить за вот этим драконом. Что это вообще за дракон? Ладно, раз уж есть один дракон, будет и ночная фурия. Ой. Ну вот, опять я одна. Да когда же они уже там прилетят? Я уже со скуки сейчас помру. Уже, мне кажется, 3 дня прошло, да неделя прошла. Песобик! Дневная фурия, Астрид и Кинг. Никого нету, никого, ни одного из этих друзей. Называется друзья, ага, друзья. Друзья никогда не покидают друга в беде. А у меня ужасная беда, у меня одиночество. Ладно, буду ждать. Уничтожу этого дракона. Кто тут? Кто тут? А? Что? Безумие, давай, покажи ему, кто тут главный. А, безумие, мне, а, он меня ранил.
девочка, защищай! Меня так просто своими... Ай, тихо! Клыками не возьмешь! Ай, я тоже ранен! Уходи отсюда, смертохват! Как ты вообще выжил? Не один я выжил, ночная фурия. Сейчас я убью своим жалом. Я к нему под кожу сейчас введу яд, и он умрет от него. Убирайся отсюда! Убирайся! Не уйду, я сказала, убирайся! Убирайся ты, мерзкий дракон! Не уйду! А вот и уйдешь! Ну и ладно. Ребята, ребята, вы все в порядке? Ой, моя голова! Что он с нами сделал? Ой, моя голова! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, о, мои крылья и все мои части тела. О, какой этот глупый дракон. Мне кажется, он меня ранил. Да не одних вас, он еще и Астрид ранил, и Кинга. Что произошло? Как он вообще тут оказался? Расскажи. Если бы кто-то не улетал, на 2 дня отдыхать. А вообще на 3 дня, если не на неделю. Ну, мы просто хотели побыть все, отдохнуть вдвоем, мы с земной фурией, Кинг с Астрид. А меня одно оставить? А если бы он меня вообще убил? Вы думаете об этом? Да все хорошо, мы успели вовремя, мы услышали, как ты звала на помощь. А если бы не успели? Да тихо, что ты орешь там? Успели бы мы? Да, успели бы. Да, ты вечно себя за умную ведешь. Да, потому что ты себя за глупую ведешь. Хватит всякий бред говорить. Лучше давайте поможем Икингу и Астрид. Я помогу Астрид, а я Икингу. О, смотрите, вы еще и помогаете своим любимым всадникам. Астрид моя. Ну, вообще-то, Астрид и мой еще и, Викинг. Что? Не подходи к ней, а то я тебя тоже поцарапаю. У меня-то шипы есть на хвосте, отличие от некоторых. Что? Девочки, хватит драться. Так, ты в один угол, а ты в другой. Астрид все равно моя. Вот и моя. Так, всем тихо. Астрид сама решит, чья она. Все, давайте лучше их оставим. Точнее, не оставим, а принесем что-то, что поможет им. Я ничего носить не буду. Пусть она носит, раз уж она такая хорошая. И принесу. Видно, ты такая злая, что даже не хочешь помочь своей хозяйке. Я злая? Это ты злая, ты злая, ты злая, ты злая. Так, девочки, хватит. Если вы сейчас же не прекратите, то я не знаю, кого уже надо будет лечить, вас двоих или их. Хорошо. Ну, раз уж вы такие, то лечите ее сами. Подожди, стой. Отстань от нее, ей надо побыть одной, а мы пока полечим их. Я думаю, ты полностью согласна. Точнее, полностью права. Мне кажется, до сих пор голова болит. У меня тоже. Ладно, давай тогда. А ты Икинга и бери, а я Астрид. Пойдем, понесли их. Понесли. Вот я и опять осталась одна. Да, конечно, спасителем. А мне все так же одиноко. Ой, так. Надо долететь до Кремеля. Если он увидит мой шрам, он точно поймет, что я их нашел. И поздравит меня, и похвалит мне, и даст мне вкусное яблоко, а то мне больше ничего не дают поесть. И то только драконов мне это уже надоело есть. Я буду самым лучшим драконом. При
приземляюсь. Что? Ты вернулся? Что? Ты их нашел? Говори. Сейчас же говори. Подожди, что это за шрамы у тебя везде? Я так знал. Они тут где-то рядом. Ой, я упал. Они где-то рядом, я так знал. Молодец, дракон, получишь сегодня вкусное яблоко. Я так и знал. Ну, не могли же они так далеко отсюда улететь. Молодец, дракон, но надо подумать над ситуацией. Я теперь в следующий раз полечу с тобой, потому что я должен все проведать сам. Ты молодец, что их нашел. Получишь яблоко одно. На большее не надейся, ты, глупый дракон. Молодец, кланись мне, кланись. Ребята, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал и не забудьте, нажмите колокольчик. Всем пока, ребята, пока-пока!